Снег на фоне елок — это очень прикольно. Так, жить захочешь и не так раскорячишься. Березы растет, линяга. Березки, какие березки классные, высокие, ух. Думаю попробовать бросить курить. Здоровья не хватает курить-то. Ни дыхания, ничего. Тоже думал попробовать электронную сигарету. Сестра дала погонять. Ну, вроде легче по утрам. Не так кашляю. Ну, так старости упала. Хожу, валуюсь. Пока не накуриваюсь. Тут вроде жижа с никотином, это курительная. Но пока не хватает. Вон березы упавшие. Надо хоть на бересту посмотреть. Мне так нравятся елочки, какие маленькие. Вышел погулять. Я еще вчера хотел. Вышел сегодня. Вон так береза выглядит. Ветушки. Береста. Гриб какой-то. Внутри вся трухлявая гнилушка. Вот раньше, да, с берестой все делали. Да и сейчас кое-что делают. Ой, зацепился. Не пахнет. Упавших. Тут почва, смотри, такая, не как у нас, не чернозем. Глина с песком. Деревья плохо держат, смотри. Очень много упавших. Экзотик. Ну видно, что да, это искусственное. Вот оно рядками так посажено. Даже вот земля видно. Как канавы вырыты и посажены рядами. И вот пошло. Где-то вырублено, где-то упавшее. Все равно впечатляет. И все тут холмы. Это же непривычно. После степей наших слезы текут. Разбираюсь. Там дальше. Березки, березки, еще какие-то деревья. Договаривать нельзя. Ух ты, влез я! Твою дивизию. Блин. Это уже болото. Слушай, какое-то, да, болото пошло. Куча-куча луж. Да, тут я не приду. Да, тут я не приду.
все. Под снегом не видно просто, что тут. Ну это болото какое-то. Болото. Натаяло. Ну, видно. Ой. Лед тонкий. Просто уже мороза такого нет. Вчера дождь был. Сегодня снег был. Так, что-то подморозило, сушу растаяло. Так, это надо обходить все. Вот это что такое за растение интересное? Что это такое? Это даже не снег, это все лед. Порастаяло, посхватывалось. Не знаю, что это. Даже не знаю, чем пахнет. Я даже не увидел. Блин, ногой. Чуть-чуть даже вода попала. А я сильно не зашнуровывался. А. Мама втыкала, говорит, нельзя тут костер разводить. Нужно где-то посидеть, еще раз костерочек запалить. Я ж аккуратно. Так, прогуляюсь. Все кочки. А, еще интересно, что все холмами. Вот так вот, город, все. Вверх, вниз, все, вверх, вниз. Непривычно. Позавчера прогулялся. Даже какие-то мышцы болят в ногах. Которые до этого не напрягались. Вверх, вниз, вверх, вниз. Ну, березки. Тут же больше березок. Беруся. Ого, тут вообще затопило. Конкретно. Да, туда не пройти. Туда не пройти. Тут лужа не балы. Ну понятно, это не болото, это просто, наверное, низина, и все, что таяло, тут пособиралось. Снег пошел. Вот такой небольшой снежочек. Красиво, снег идет. Красиво. Слушай, а где елки, нету такого? Где елки, сосны, там таких лучше. Но оно видно, оно выше. Здесь вот ниже пошло. Может быть, если так обойти? Еще попробовать посмотреть. Классно. Березка красивая. Снег. Сюда. Красиво. Да? Мне кажется, красиво. Дел папину одежку. Куртка. Штанишки. Берцы. Родители сюда приехали, купили папе. Он мне практически в этой куртке и гонял везде. И в машине, и туда, и сюда. Интересные такие растения. Непривычные тоже. Прям замерзшие, чувствую. Прям замерзшие. Ноготь. Насквозь. Лед. Что-то такое интересное.
насквозь замерзшие. Классные такие куртки. Туристические, наверное, не знаю. Удобно. Взял с собой чайчик. Пью чайчик. Купил в кофейне летом. Себе. Сначала хотел кружку старбаксовскую взять для кофе. А у меня сумочка сиомовская через плечо маленькая. И как раз термос туда влазит. Классный термос, очень долго держит. Кипяток. Красота. Снежинки прямо светятся. Не знаю, камера это захватывает, нет. Ёлочки. Ой, как сосны какие-то толстые. Две толстые. Или сосны. Здорово, что какая. О, как? О, как растут. Высоченные, конечно. Тут деревья. Где сосны, елки, и уже здесь даже ветра нет. Там вот был ветер. Здесь даже вот буквально, господи, что тут? 10 метров. Прямо хочется расстегнуться. Аж тепло даже стало. Ну, почти. Почти. А еще я умею вот так. О, плохо снял. Вот так вот умею. Ну тоже коряво уже. Раньше получше. Понять, почему так вот елки так целиком падают? Что, корневая система плохая или земля? Почему так их? О, здесь опять болото начинается. Корни как тот прям по поверхности идут, смотри, вглубь не идут. Слабые корни какие-то вообще. Гнилушка уже, все сгнило. Где болото, прямо видно, прям деревья какие-то чахлые. Отличается. Вот где сухо. И вот где болото. Какие-то бедняги вот такие растут. Всякие. Так интересно все время, что елочки такие маленькие. Красота.
Сахара мало положил. Сильно крепкий чай сделал себе. Намешал черный, зеленый. Крепковато. Сахара мало. Ну что, пойду я домой. Я вроде нагулялся. А, хотел же это. У меня Бусик нашел вишневую палочку и грызет ее уже несколько недель. Я вот думаю ему какую-то березовую притащить. Как раз береза упала. Если она еще живая, не гнилая. Сейчас, наверное, кусок палки ему возьму какой-то, чтоб он грыз ее. Ну вот кроссветка хорошая. Возьму Бусику березовую палочку. Ха! Чем бы дитя не шутешилось, да? Тепло, дурачок. Кусок палки тащит. Из России в Одессу. Отпилю ее потом. Пахнет. А, пахнет как. Класс. Сильно длинная. Бусику игрушку из Смоленска. Пусть грызет. Вот мне делать нечего. Пахнет. Пахнет палочка. Так, да, вот уже поселок. Начинается. Так что. Да, вот это дерево, что я в прошлый раз мерил. Да, вот она, тропиночка пошла. Блин, сопли эти. Устал от них. Да. Все. Это уже видно, да, вот тропиночка пошла. Ну это не пахнет. Может пахнет. У меня уже нюх потерян. Вообще-то. Все сигареты. Надо бросать. Надо бросать, как-то попробовать. Да, вот. С этой штукой. Может тут никотина мало, но я не накуриваюсь этой штукой. Все равно сигареты еще курю. Надо какую-то взять, чтобы никотина было побольше. Может получится перейти полностью на нее. На сигарету, ту электронную. Потом глядишь уже и легче будет. Я не ради моды, просто реально я уже курить не могу. Ну, это мои следы. Да? Да, это мои следы. Да, все. Вон поселок уже начинается.